хотела уделять, это было три месяца ровно. Да. Папа Сильвер, мама. Сильвер, сбросить фотографию хорошую? Да, можно, да. Сбросить. Мама, как кличка полная? Дара. Все. Сильвер из веселых тучек. Угу. Чуть дальше туда, к дивану ближе. Вот. Растянутая, компактная такая, квадратненькая. Хорошая девчонка. Ну, мама подрастянута, щенки как-то. А то, что мы фотографировали, девочка тоже была, да, компактная тогда? А, так попрыгали. Они как-то вот все там, которая все с беленьким такие пятнышком, вот она чуть-чуть, нет. Одна, которая в Донецк уехала, она самая лохматая была и чуть-чуть. А мы как раз фотографировали с белым пятнышком была. Ага. Ой, спасибо, не принесла. Пятна, принесла. Такое, принесла, да. Спасибо. Мы ее позвали, она где-то дай. Дай. Ну, они у нее сидели дай долго, ну, те, которые в Донецк уехали, Донецк, что-то. Там хозяева до прививки, потом вторую прививку она сделала, и сразу уехали. Вот. Я бы тебя сам бы забрал бы. Сам бы тебя забрал бы. Она через друзей продала. По объявлению никто не приехал. Ну как, ко мне въехали, до сих пор едут 4 человека. Ну так вот сегодня.